К участию в конкурсе школьных эссе приглашаются ученики с 5 по 11 класс, а также воспитанники литературных объединений города. Им предлагается написать небольшое сочинение на тему «Если б я был депутатом». Размышления и свое видение работы народного избранника нужно уместить максимум на 2 листах формата А4. Мы хотим дополнительно привлечь внимание к работе городской думы и к работе депутатов. И попытаться раскрыть это в таком творческом ключе, попытаться раскрыть таланты наших городских школьников. Конкурсные работы будет рассматривать жюри, в составе которого депутаты городской думы, писатели, руководители литературных студий и учителя-словесники. Эссе должно соответствовать критериям, которые указаны в положении о конкурсе. Главное – соответствие тематике и творческий подход. Допустимо включение проверенных исторических фактов. Раскрытие самой темы, значит, оригинальность, может быть, подхода, но работа должна понравиться. Вот я лично буду для себя оценивать вот именно с точки зрения того, насколько работа производит на меня впечатление. Грамотность представленной работы – это одно из важнейших условий конкурса. Поэтому будет лучше, если перед отправкой на конкурс сочинение проверит учитель или наставник и укажет в конце работы свои данные и должность. И тогда нам будет уже удобнее проверять эти работы с учетом того, что замечания уже исправлены, по крайней мере, орфографических ошибок там нет. Работы следует прислать на электронный адрес duma@sarov-adam.ru с пометкой «Конкурс эссе». Заявку на участие нужно распечатать и заполнить от руки и принести в 410-й кабинет администрации. Последний день приема конкурсных работ – 18 марта. Дополнительную информацию можно получить по телефону 977-92 или 977-73. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.